Добрый день, уважаемые родители! Вы смотрите рубрику «Книга в помощь». Мы расскажем вам о новинках книжного рынка для родителей, на которые точно следует обратить внимание. Эта книга то, чего ждала каждая мама, написала британская газета Daily Mirror о нашей первой книжной новинке. Речь идет об издании Симоны Кейф и Каролины Фелтман под названием «Ваш малыш неделя за неделей». Если вы искали практическое руководство по уходу за младенцем, то оно перед вами. В этой книге родители новорожденных детей смогут найти ответы на все вопросы. В чем должен спать ребенок? В чем особенности кормления малыша на третьей или шестой неделе? Какие продукты вернут ребенку здоровый сон? Эти и многие другие темы освещает книжная новинка. Каждую главу мини-энциклопедии авторы посвятили конкретной неделе развития малыша и предлагают разные варианты развития событий. Вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас. Книга «Ваш малыш неделя за неделей» издательства Alpina Nonfiction станет настольной для каждого ответственного родителя.